Здравствуйте, сегодня мы будем говорить о новостном ресурсе CNBC.com. Это потрясающая просто вещь. Тут очень много закладочек всяких интересных. Я просто рекомендую вам ими воспользоваться. Мы будем постепенно тоже в видеоуроках это все разбирать. Сейчас я хочу обратить ваше внимание вот на закладочку инвестирования, инвестинга, да, на watchlist. Watchlist — это список, чтобы вам не искать каждый раз информацию об одной и той же компании. Вы можете создать список компаний. Вот у меня уже создано портфолио, да, ход. Ну, давайте создадим новое, чтобы было понятно. Создать новый лист, да. Вводите, например, вас интересует. Да, ну, во-первых, вы можете не знать, как аббревиатура это точно пишется. Поэтому здесь есть такая штука, как, например, я там думаю Microsoft, но не знаю там, как оно точно пишется, да. Вот вы можете сюда набрать Microsoft, например, или первое MSF, это как угодно. Оно вам найдет. Но я указал точно, поэтому вот она нашла. Нажимаете на Microsoft, и эта штука вам вываливает вот такое шикарное окошечко, в котором, во-первых, идут потоковые изменения цены. Это реальная ситуация на рынке на данный момент. Вот она включена. Потоковое изменение, да? То есть идет поток. Вот показан текущий объем и так далее. Здесь масса просто вещей интересных. По поводу этой компании, то есть уже идет выборка всего, что связано с компанией, о которой мы говорили. Если это Microsoft, то это по Microsoft. Видите, вот идет информация, которая была последней в порядке выбывания, да. То есть чем выше здесь строчка, тем более свежая информация. Тут должно быть даже видео, вот, например, вот этот значок означает, что видео, то есть вы нажимаете на эту штуку, вам показывает окошечко, открывается видео, которое было 25 июня, то есть вчера записано на эту тему, вы посмотрите новости о компании Microsoft, а вот тут еще всякие штучки почитаете, да, то есть новости. Дальше идет график. Здесь вы можете работать с графиком, тоже прекрасный ресурс, абсолютно видно, где было, что делать можно было, при том с объемами. Здесь покупочка возможно была, здесь покупочка возможно была, здесь все по объемчикам реально видно, да? Изменения на данный момент текущие. А вот здесь масса тоже моментов, которые вы можете менять. Из них я что хочу показать, это здесь было сравнение. А вот сравнить с определенными индексами. Например, вы можете посмотреть, как меняется стоимость этих акций по сравнению с изменением индекса S&P 500. Видите, да? Индекс падает, стоимость акций меняется и так далее, и так далее. Мы это на уроках у меня обсуждаем. Сюда же можно добавить Dow Jones, например. Еще одна кривая. Да, тут море для интересных размышлений. Информация очень прекрасная. Напоминаю, что эту штуку мы уже добавили в наш лист. Ну вот, новости по компании. Отдельное окошко. То же самое, что мы видели, но больше здесь всего. Профиль. Ну, здесь будут рассказывать, кто здесь у них, кто чего у них содержит и так далее, и так далее. То есть это информация не на один. Не на одну минуту. Нужно разбираться. Ну, видите, элементарно, да, что дивиденды в 2008 году еще выплачивают. В 2009 уже что-то там они предлагают, но, конечно, не в таком количестве, как раньше. Это доходы. Понятно, что 2009 только начался, поэтому доходы меньше. Заработок на акцию, да. Еще оно что-то и показывает. Угу. Понятно. Вот, ну и так далее. Все, что вам, если захочется почитать об этой компании, это уже серьезная работа инвестора. Вот, а не просто так. Так, ладушки, тут я смотрел, вот у меня IBM был, да. Я просто показываю, что можно добавить сюда любой символ. Например, тот же Microsoft и добавить в этот хот-лист. Вот у меня горячий, как бы, мой лист, за которым я слежу. Microsoft, добавить квот 1, и вы видите в моем листе уже, почему, ну, вот IBM, да, и Microsoft. Сюда же я могу добавить любые другие компании, а вот тут еще какие-то алерты, по видео можно алерты создавать и так далее. То есть факт тот, что вам не придется в дальнейшем перерывать миллион этих компаний для того, чтобы потом найти ту, которая вас интересует опять. То есть вы создаете вот такой хот-лист.
И у вас, соответственно, здесь уже там 5, 10, 15 компаний, по которым вы работаете, у вас будет информация в этом листе. То есть вы сможете уже спокойно сравнивать информацию, которую вы видите сейчас по этой компании, с той, которую вы видели раньше. Прекрасная возможность, очень рекомендую. Естественно, что до этого надо в ресурсе зарегистрироваться. Вот я зарегистрировался как Геннадий, она меня приветствует каждый раз и так далее. Удачи вам в работе с этим прекрасным новостным ресурсом cnbc.com.